Как Московская область стремится к лидерству среди регионов России, так Одинцовский район борется за звание лучшего в Подмосковье. Очевидные успехи в этом движении налицо. Одно из достижений – лучший в области многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг. Именно о новациях в его работе участникам семинара рассказывал глава района Андрей Иванов. Это три основных аспекта, которые я осветил и поделился опытом с главами других наших районов. Первое – это то, что мы сделаем предварительное сканирование всех документов, с которым приходит заявитель. То есть, подходя к оператору, он уже имеет в оцифрованном виде весь свой пакет документов. И оператору не требуется дополнительного времени для того, чтобы, соответственно, провести сканирование. Это сокращает порядка 10-15 минут обработки каждого заявителя, особенно это касается самой, так скажем, популярной услуги, это услуги Росреестра. Это выдача свидетельств, справки ГРП, кадастровых справок и так далее, то, что занимает очень много времени при обработке документов, зачастую их приносит несоответствующего качества. Второе наше нововведение – это очередь. Многие могут записаться теперь через электронную очередь, выбрать конкретную дату, время и прийти уже непосредственно к оператору в назначенное время и тем самым подстроиться под свой жизненный график. Тоже очень удобная функция, особенно для тех, кто пользуется, как я уже говорил, самыми популярными услугами, услугами Росреестра. То есть здесь мы видим резкое сокращение очередей по этой услуге. Многие стали пользоваться электронной очередью. И третье нововведение, которое мы отработали уже у нас на МФЦ, оно не совсем напрямую связано с услугами, которые выдает многофункциональный центр. Оно связано больше с нашей активной работой и взаимодействием с налоговой службой. Теперь каждый заявитель может по своему желанию получить справку о своей задолженности, получить платежку прямо на месте и на месте же сделать необходимые платежи по налогу. Участие в совещании принимали представители политической элиты области. Помимо губернатора, на нем выступили первый заместитель руководителя администрации президента России Вячеслав Володин и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Основное внимание уделялось вопросам повышения эффективности управленческого аппарата Московской области. Мы получили много интересной информации, много закрытой внутренней информации и от Вячеслава Володина, и от Германа Грефа. Я думаю, что все это мы будем однозначно использовать в нашей работе. Однозначно изменим подход и взгляды на систему управления, на общение с людьми, на кадровый подбор наших администраций. При этом опыт Одинцовского района в части грамотной организации работы многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг планируется распространить на весь регион. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».